Это не Альпы. Это не Швеция. Пойдем, ты сейчас все ледышки перетрогаешь. Это не Амазонка. Это не Эмираты. Вот это экстрим, вот это я понимаю. Это не Мертвое море. Это место, целый мир, в котором мы живем. Но мало что о нем знаем. Это Россия. Продолжаем знакомиться. Интуристы. Второй сезон. Мария, добрый день. Кривень, а что это за очки? Я очки так надел, ну, чтобы умнее казаться. Похож на профессора, а? Похож. Тогда тебе задание со звездочкой. Давай. Хочется прохлады, размеренности, моря. Можешь? К примеру, Великобритания. Не, ну это такая звездочка, да? Можно попроще что-нибудь? Попроще, даже не знаю. Англия. Англию можно. Англию без проблем. Я так понимаю, ты профессор не по географии, да? Скорее всего. Ну что, друзья, магия телевидения? Сейчас, секундочку. О! Ну что, Мария, как ты и хотела, мы в городе Архангельск. Архангельск – один из крупнейших городов севера России. Древнейший и богатейший северный порт, потому что заложен аж в 1584 году. Расположен на берегу реки Северная Двина. Вообще-то мы говорили про Англию, Лёш. Ну, это как Англия, только наша родная, поморская. Кстати, расскажи тебе про поморов. Конечно, давай. Просветляй меня, делай меня умнее. Короче, поморы – это жители побережья Белого моря. Вот. Ну, поморы. Поняла? Поморы. Они, конечно, не на английском языке разговаривают, но свой диалект тоже присутствует. Серьезно? Да. Какой? Пойдем, я тебе покажу настоящую поморскую столицу. Пойдем. Пойдем. А начнем мы с того, с чего начинается сам Архангельск. Гостиные дворы. Мы же с тобой гости, значит, нам туда. В гостиных дворах располагается Архангельский краеведческий музей. Один из старейших музеев России. Коллекции музея раскрывают самобытность Поморского края. До наших дней сохранилась лишь стена, идущая вдоль Северной Двины. Одна из шести башен и построенный в конце 18 века биржевой зал. Сегодня жители и гости города могут посетить отреставрированные купеческие палаты 17 века и парадные залы 18 века. Короче, Леша имеет в виду, что выбор веков здесь широчайший. Поморы – народ непростой. Это крепкие, шустрые, сообразительные молчуны. Прям как я. Угу. Один в один. Ты лучше расскажи, почему они так любят море. Да потому что море здесь во всем. Архангельск неспроста называют первым морским окном в Европу, широкими воротами в Арктику и колыбелью российского военно-морского флота. Судоходство было развито в регионе с древнейших времен. Именно здесь, еще в допетровскую эпоху, появился коч – плоскодонное судно, способное ходить на значительном отдалении от берега. Знакомься, Маша, это коч. Коч – это Маша. Какое интересное название, что такое коч? Коч – это древний ледокол, на котором русские мореплаватели ходили по арктическим морям. Ну, это, конечно, копия, но в натуральную величину. Давай залезем. Не залезем, а поднимемся, Леш. Поднимемся. В июне 2019 года в Архангельске состоялась закладка поморского коча. Мастера-судостроители до мелочей воспроизвели традиционный вид северного судна. Вы его достроите, он будет работать так, как это было много-много лет. Да, конечно. То есть будет команда, будет капитан, кормщик. И мы пойдем на Шпицберген, на Новую Землю, на Мангазею, на Колу, Пустозерск, ходами Помора. А сколько нужно времени, чтобы доделать? Достроить нам понадобится еще 2-3 года для того, чтобы спустить его и пойти на ходовые испытания. Единственное, что пока не смогли воспроизвести строители, так это сроки сдачи. В древности такие суда строились гораздо быстрее. Ну, возможно, Лешина помощь как-то ускорит процесс. Скажите, а можно попробовать что-нибудь сделать? Приложить грубую мужскую силу вполне возможно. Добро пожаловать. А грубую женскую силу возможно? Нужно подмести, поддерживать мысленно. Дерево сосна, да? Я чувствую просто.
На, добивай. Ну что, друзья, все. Буквально через 2 года с нашей помощью корабль будет достроен, и мы вас всех приглашаем в невероятное круиз-путешествие. Да, Маш? Да, если что, обращайтесь. Только для вас. Было бы странно после знакомства с Котчем не отправиться к морю. Да, Леш, вот мы и на море, поэтому, может быть, ты заплывешь? Нет, ты что? Это ж холодное море. Это тут корабли не всегда ходят. И причем я знаю, что это же море несколько веков назад называли студеным. Вообще-то у меня другая информация. Белое море – самое теплое из северных морей. Да? Маш, ключевое слово – северных, понимаешь? А северные у меня ассоциируются только с холодом. Поэтому пойдем, пожалуйста, белок покормим. Они теплые и пушистые, а? Ну, пойдем. Эти земли оказались богатыми пушистым зверем, а воды – рыбой. Поэтому эти места начали привлекать сюда людей, а прибрежные районы начали быстро развиваться. Первые иностранцы появились в водах Белого моря только в 16 веке. И с этого момента торговля между Англией и Россией стала развиваться вдоль этого водного пути. В Архангельской области есть своя Курская коса. Это остров Ягры. Полоска суши длиной примерно 8 и шириной чуть меньше 2 километра. Здесь есть уютный сосновый бор с дружелюбными белками, песчаные дюны, неповторимый запах прибрежного тростника и столетняя история русского севера. А белки-то тут зажравшиеся, ребят. Счастливо, белочка. Если нужны будут орехи, звони. Какая огромная белка. Ну что, ну, найдешь супер. Ты в своей Англии белок? Вау, Лешка, спасибо. Нравятся мне земли поморов. Кстати, насчет поморов. Ты не думаешь, что пришло время с ними познакомиться поближе? Да наконец-то. Тут столько про них рассказываешь, и ни одного помора еще не встретили. Ну тогда отправляемся в деревню. Леш, какую деревню? Может быть, есть какой-нибудь город, где живут поморы? Ну, правда, ну сколько можно меня в всякие деревни возить? Кривень, я вообще с кем разговариваю? Леша! Леша, ау, ты меня слышишь? У меня красотка. А? Сколько у меня воспоминаний связано с деревней? У меня вообще нет никаких воспоминаний с деревней. Ты что, Маша, как же в деревню к бабушке, а? На велосипеде, на речку, летний душ, а? Прекрасно. Туалет на улице и комары размером с поезд. Ой, знаешь, ничего ты не понимаешь в деревенской романтике. Ладно, пойдем, будем менять твое отношение к деревне. Ой, вас умоляю, кривень и романтика вообще. А это слышали? Вон, черемуха. А черемуха белая. О, здравствуйте. А вы помор? Да, почему нет? Вчера давеча с батькой на море ходили. Рюшу ставили на камбалу. Вот и в деревне поморской живу. Лявлей называется. Ага. Как называется? Лявля. Лявля. Село. Лявля. Да. Деревня поморского, берега реки стоит. Ага. Лодки вот у берега давеча недалеко. Давеча? Да, да. А население? Сколько населения было? Ну, где-то тысяч, это самое, сотни две сейчас, не больше. Рядом стоим с баней по-черному. Помните? О, это баня по-черному? Баня по-черному, да. Почему я знаю, по-черному? А я знаю, почему, почему по-черному. Потому что трубы не было, и вся копоть внутрь выходила. А как дышали люди этой гадостью? По-черному. Ну, это не самое интересное. Есть у нас кое-что и поинтереснее. Ой, покажите, ой, пожалуйста. Покажите. А пойдемте. Здорово, пойдемте. Пойдемте. Вообще, это самая древняя шатровая церковь. Не то, что вот на территории русского севера, Архангельской области, но и в России. Это 1581 год, вот, приходской. 1581 год. Это времена Ивана Грозного. Полвека.
Да. Церковь святая. Ну, нет, я даже полтысячелетия. Полтысячелетия. Да, я, я даже века. Старше да, города. Да, старше я... Архангельской церкви. На 3 года старше. Полтысячелетия. Представляешь, сначала повел церковь, а потом Архангельск. Да? Да. Да. Она здесь изначально построена, да? Ее не переносили? То есть это не переносили, это ее родное место. А как она сохранилась? Сохранилась благодаря попечению прихожан в первую очередь. А дальше ведь надо иметь в виду, что специально, очень внимательно подбирали древесину. Никольское назвали тоже не случайно. Святитель Николай Чудотворец, или поморы называли русским именем Никола. Это был самый почитаемый святой, покровитель ремесленников, покровитель плотников. Поморы называли Николу морским богом, так и называли. Церковь Лявле – уникальное сооружение деревянного зодчества. Но, к нашему счастью, не единственное. И мы отправляемся в Малые Карелы. Привет, красавица! Подвезти? Я что-то не поняла, Кремень, мы дальше на этом путешествовать, что ли, будем? Ну, просто до следующего места так реально быстрее. Нет, я на велике никуда не поеду, ты шутишь? Ну, тогда догоняй. О, а теперь ты догоняй. Где она машину взяла? В Архангельске очень много красивых деревень, а есть целая деревня, собранная из множества других деревень. Да, да, Маш, прям как трансформер. В смысле трансформер? Это что, собранная из разных деревень? Смотри, все просто. Чтобы сохранить поморскую историю, все деревянные дома собирали и свозили в одно место. Так и зародился музей деревянного зодчества. Поклон вам низкий, гости дорогие. Добро пожаловать в уголок земли нашей светлой да северной. Богат север, батюшка, песнями да обрядами старопрежними. А мы их бережно храним да потомкам завещаем. Гостей да дорогих у нас завсегда принято хлебом солью привечать. Уж вы, гости дорогие, караваем-то нашим угоститесь. По кусочку отломите да в соль обмакните. Хлеб-то вам на здоровье, а соль вам на богачество. Ну что ж, угощайтесь. Спасибо. Так. Питов и соли побольше на богачество. Побольше, побольше. 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 На богачество. Спасибо. Ну что, а теперь я приглашаю вас в путешествие по деревеньке нашей северной на коне резвом. Ну что ж, проходите. Здорово! Я с удовольствием. Большая деревня? Сколько? Большая, большая. 140 гектаров. 140 гектаров? Более 100 построек перевезли их с берегов крупнейших наших северных рек. С берегов Северной Двины, Пиниги, Мезени и Онеги. И собрали 4 сектора. Эти 4 сектора как 4 разных деревеньки. И каждая деревня представляет собой модель поселения с характерной для того или другого района планировкой и наиболее типичными постройками. Колокольня – это 16 века. И перевезли ее из села Кулига-Дракованово. Ну и здесь самая главная особенность этой колокольни – это то, как расположена главка на шатре. Она насажена на него как шлем, то есть без перехода, без шейки. Это очень древний прием, и до наших дней сохранилась всего одна колокольня такого типа постройки, именно та, рядом с которой мы с вами находимся. Это единственная вот такая в своем роде колокольня? Да. Очень интересно и очень красиво. Качели у нас называли на северный манер «катюли». Такие катюли, которые туда и сюда колыбаются, называли «колыбень». Ставили их обычно на праздники. Особенно любили качаться на Масленицу. Ведь на Масленицу было принято девкам да парням знакомиться. Девки-то шли в соседнюю деревню, да все наряды свои брали, хотели похвастаться. Надевали один на другой, один на другой. Ну а как показать-то? Садились на катюли, да и раскачивались. Подолы слегка задирались, ну и тут можно было продемонстрировать, как хорошо юбки-то вышиты, да какие наряды есть. Ну а парни тоже от них не отставали. Если какая девка им понравится, они ее раскачивали да раскачивали, раскачивали да раскачивали, пока не сознается, кто же ей нравится. Леш, ну я хочу на катюле покатяться. Пожалуйста, пожалуйста. На катюле, ты покатяй меня. Земли Малые Карелы выглядят потрясающе. А что, если на них посмотреть с высоты птичьего полета? Или хотя бы с высокой колокольни 18 века? Может, и позвонить удастся? Маш, давай залезем. Сколько раз тебе говорить? Не залезем, а поднимемся. Ой, это очень красиво. Давайте попробуем. Пожалуйста, подходите с этой стороны, вставайте.
столько гуляем, может, пора обеденный перерыв сделать? Лёш, тебе бы лишь бы не работать. А что, если у меня работа такая? Гулять и еду пробовать. Предлагаю отведать настоящей поморской еды. Пожалуйста. Ну что ж, проходите, проходите. Аппетит-то нагуляли. Там бани пахнет. Это домом пахнет деревянным. Пора за стол садиться. Но вот только сесть-то нужно на свое место. Под образами-то у нас садился глава семьи, Большак. Ну, а Большухе-то полагалось рядом с ним посидеть только один раз в жизни. На свадебке. А после этого место-то твое на бабьей лавке. Вот здесь сюда и сядем. Ты, короче, лавка. Ты Большак, а я Большуха. Да. Большаку, да, честь выпадала хлеб нарезать, так каждому рукодана отдать. Вот, Лёш, ты вроде Большак, а режешь как Большуха. Спасибо. Поэтому тебе вот, держи. Никогда не любила корочки, всегда мякоть ела. Ой, благодарю. Как-то вас больше уважает, Мария. Конечно, меня Большухой не обзывают. Это шанги. Шанги, конечно, да. Наливали их в специальные формы, да сверху сметанкой. А это похоже на ватрушку. Это десерт. Да, да, это к чаю. Ну, одна просто шанга наливная, а вторая картофельная. Картофельная. Это картофель? Я почему-то думал, что... Конечно, ватрушка, я думала, что... Как его? Творог. Но творог-то был у вас? Да, творог был, конечно, только с творогом-то мы запекали треску. Ого! Да, очень вкусно, да сытно, треска в твороге. Так, а вот это было именно про ту кашу, перловая каша, да, чаще всего на столе у нас и можно было увидеть кашу. Говорили, щи да каша, пища наша. Это щи, да? Да. А похоже на уху. Вот уха. А, вот это щи. Конечно, конечно. А вот это, расскажите про вот это что такое? Это с сахаром что-то? Нет, что вы, это же у нас брусника. Брусника моченая. Да, с толокном, конечно. Моченая, это замороженная? Да, нет, она не замороженная. Ее в собственном соку, да, хранили, да, мочили. Всю зиму она хранилась, да, можно было ее долго есть. А вот это забор. Почему забор? Это калитки. Калитки. Калитки, конечно. Что что-то с ограждением связано. Калитки, друзья, переписываем. Это калитки у нас. Калитки. Калитки. Это у нас Алексей. Да, да. Наши северные калитки с ягодами, с нашей северной ягодой, все, дары леса. Да, сделаны они также из тонкого ржаного теста, раскатывали его тоненько, ну, а потом ягоду заворачивали. А это ягода какая? Черника. Черника. Ну не понимаю я в поморской кухне, что сразу смеяться. Знаю точно, кухня поморов строится вокруг рыбы. А из русской кухни поморы взяли основные принципы приготовления. Процесс запекания и томления в печи. А это все можно пробовать? Это все можно есть. Да вот только раньше, да, у нас даже при гостях тарелок не ставили. Да, все по старшинству надо. Хлебали, каждый своей ложкой из общего котла. Класс. А вилок не было, что ли? Нет, да? Конечно, какие вилки? Да. В конце Большаку кланялись. Наша тогда поблагодарить так, Большака. Да Бога, который да пищу нам дал. Большаку. Не хозяйку, которая приготовила, а Бога, который пищу дал. Покланяйся Большаку. Не за что, девчат, не за что. Похожие комплексы с избами, собранные без единого гвоздя, в России мы уже встречали. Но этот по масштабам и древности экспонатов превосходит все остальные. А еще ему в этом году 50 лет. Ну, как говорится, с юбилеем. Поморский Эрмитаж. Уезжаю я, доченька моя, что привезти тебе из стран заморских? Не, спасибо, бать, ничего не надо. Как это не надо? Может, пряник хотя бы или там цветочек аленький? Да ничего не надо везти. Все, что мне нужно, есть здесь, в удобном приложении Сбермаркет. Доставка из любых магазинов и ресторанов. Вот! Можно копить бонусы Сберспасибо и выгодно оплачивать ими заказы. А еще и скидка 15% на первый заказ по промокоду «Туристы». Вот тебе пряник и цветочек аленький. Так это... И ездить теперь никуда не надо? Остаюсь я! Маш, а ты знаешь, что в Архангельске есть пароход, который одного возраста с «Титаником»? Муша? Лёш, даже не думай. А чё? Главное, Я б сделал.
Колесный пароход, названный в честь Гоголя, построен аж в 1911 году и действительно является ровесником легендарного «Титаника», в отличие от которого этот еще на ходу. Судно вот уже более 100 лет используется для туристических прогулок. Прогулочным он стал в начале 70-х годов после капитальной реконструкции. До этого пароход исправно служил на благо народа, осуществляя грузоперевозки. Главное в таком путешествии по пути не встретить айсберг. Но если его здесь больше 100 лет не было, вряд ли он сейчас появится. Маш, ну один раз, ну можно, а? Пожалуйста. Я так люблю, когда кривень меня бросит о чем-то. Ладно. Да? Разрешаю. Ну детский сад, ну так делали уже 1000 человек, правда. Не 1000, а 500. И, между прочим, я принял решение. В этом городе буду расплачиваться только вот такими купюрами. Прикольно придумал? Прикольно. А ты знаешь, кстати, многие путают этого Петра с его аналогом, который в Таганроге. Маш, ну тут же прям написано «Архангельск». Прям написано. Очевидно же, что фигура Петра Первого для архангелогородцев знаковая, потому что именно здесь, по инициативе императора, была построена первая в России судостроительная верфь, а затем основано Адмиралтейство. И отсюда в Европу отправились первые торговые суда. Ну а мы отправляемся на пешеходную прогулку по самой живописной улице Архангельска, где история северной архитектуры как на ладони. Маш! Смотри. О, где ты уже флаг взял? Как взял? Купил. А ты знаешь, что Архангельск – это родина триколора? Серьезно? В Архангельске родился наш флаг? Да, именно под триколором отплывали суда из Архангельской области. И, между прочим, они первые, кто наладил торговлю между Россией и твоей Англией, а уже потом с остальными странами. Вот это действительно интересный флаг. Молодец. Как ты хотела. Маш, раз ты так любишь тратить деньги, предлагаю тебе этнический шопинг. Это как? В общем, нет времени объяснять, пойдем, я лучше покажу. Обожаю шопинг, какой бы он ни был. Иногда за самым, что ни на есть кулинарным названием, скрывается нечто совсем другое. Настоящее, поморское. А, я думала, этнический шопинг – это когда я выбираю, а ты платишь. Есть такое устойчивое выражение на севере, что Архангельский край считается городом доски, трески и тоски. И вот мы из этого всего решили убрать тоску. Правильно. Как рождаются все эти названия? Вот «Сияй» я увидела, это из-за северного сияния. В Архангельске есть северное сияние. Ну, посмотрите, какие прикольные рисунки. Я думаю, что это тоже, да, тут целая история. Это комикс, нарисованный по мотивам сказок нашего северного писателя-сказочника Степана Писахова. Ну, это Степан все местное, Писахова. Колоритное. То есть это очень все здорово. Это очень здорово. Ты видел комиксы? Комиксы. Ты посмотри, как классно. У нас есть комиксы, это ребята. Вот... это же круто. Это супергерои. Да. Сеня Малина. Сеня Малина, пожалуйста. А вот скажите, это герб, да, или что это? Это герб Архангельска, да. Класс. Герб Архангельска выглядит, на самом деле, немного лаконичнее. Угу. Вот. Вы тоже его сделали немножко комиксом. Мы обратились к профессиональному геральдисту Максиму Черникову, и он нарисовал вот это для нас. Люди больше стали гордиться своим городом. Они стали носить кепки с Архангельском и говорить, какие вы крутые. Насколько действительно важно оказалось, для, в том числе для местных жителей, для жителей севера, приезжаешь в Питер, едешь по эскалатору в футболке «Поморье». Да. Это что, а вы поморцы? Ну да, мы прямо отсюда. Да? Романтизируем это все, думаю, и называемся, ну что, мы поморы, мы отсюда. Маш, ну пожалуйста, ну остановись. Во-первых, это на меня не налезет. Это не тебе, это детям. Можно нам пробить, пожалуйста, это все? Ну что, Маш, с местными образами, национальными узорами познакомились? Пришло время познакомиться с искусством помасштабней, посовременней. Да, Лёш, только хочу тебя немножко поправить. С местным современным искусством уличным. Мы стоим у стены, на которой нарисовал практически каждый граффитчик, уличный художник, который живет в Архангельске. И это такая совместная работа, как граффити-дневник, где все отметились. И получилась такая пестрая картина. А как давно ты начал рисовать?
Со школьных лет, это, наверное, с 2002, с 2001 года. Вот это было изначально мы в минус 20 градусов, у нас не было ни краски, ни баллончиков. Мы брали цветные мелки и по силикатному шершавому кирпичу в минус 20 ручонками пытались что-то нарисовать. Вот с этого все начиналось, с класса 7 школы. Я, на самом деле, очень уважаю ваше искусство. Всегда везде фотографируюсь, в разных странах, городах, и это очень круто. Я желаю вам искренней удачи, чтобы побольше было стен свободных, на которых можно было рисовать. Свободных, спасибо. Разрешенных стен. Мы тут еще погуляем, посмотрим. Конечно, чувствуйте себя как дома. А может быть, даже порисуем? Есть такая возможность? А может, и порисуем. Серьезно? Опа! А что же это будет за надпись? СТС. Ой, что бы она без меня делала? Все приходится переделывать. Все. Ну что ж, от современного уличного искусства мы возвращаемся к моему любимому искусству – кулинарному. Маш! Ау! Угадай, в какой руке козуля. Леш. Вкусная, сладкая. Заканчивай своими этими детскими приколами. Какие детские приколы? Козуля – это местный пряник. Серьезно? Да. А что такое название странное? Не знаю, сейчас узнаем. Пойдем. Пойдем. Козуля – это плоская, довольно плотная по консистенции выпечка, сверху покрытая глазурью. Готовится из ржаной или пшеничной муки и жженого сахара. Вкусно. Угу. Похоже на имбирное печенье. Да. Действительно похоже на имбирное печенье, которое было придумано в Англии. А ты знаешь, что его придумали по ошибке? Монах добавил в тесто имбирный порошок. Здорово. А еще есть поморские козули. Это уже объемные пряничные конструкции, тоже обрядовые, которые выпекали издревле. Это, так сказать, 3D-козули. В Архангельске есть традиция на Новый год. Ну, каждая вторая хозяюшка выпекает козули. Козули – это наше местное название. Почему так назвали? От слова «коза». Делали фигурки животных. Это был своеобразный обряд жертвоприношения, символичный. Такие фигурки ставили около икон в уголках изб. И они оберегали дома. А когда это превратилось все в такие пряники? Деревни начали превращаться в города. Открылся первый торговый порт России, Архангельск. Появились специи, появились первые сахарные заводы. И пряник изменился. Вкус у него изменился. А обережная функция осталась. Скажите, а можно Машу научить готовить такие пряники? Готовить долго и очень сложно. Мы с вами попробуем сегодня украсить. Если вы готовы. Что-то, конечно, с удовольствием. Задекорируем. Попробуем. Давайте попробуем. Отлично. Все, Алёш потом съест. Да, я съем с радостью. Второй. О, легко. Любимый. Как я люблю свою профессию, боже. Ну, представляете, что у нас получилось? Лёха. Олень Лёха. Спасибо вам огромное. Было очень интересно, а главное, вкусно. Это я заберу с собой, а это Лёша. Да, представляешь? Мы сейчас едем в город, который до 1702 года был и административным, и военным центром Двинской земли, земли поморов. Об Архангельске тогда еще даже никто не слышал. Ну что, едем? Куда? Как куда? А кому я сейчас все это рассказывал? В Холмогоры. Поморская земля. Холмогоры не зря считают историческим центром поморов. Первое британское судно причалило именно здесь. Англичане искали северный путь в Индию, но заблудились и сели на мель. Надеюсь, с нами такое не случится. Наше путешествие по Архангельской области не могло пройти мимо этого места. Это Куростров. Именно здесь родился Михаил Ломоносов. И отсюда пошел в Москву. А я слышала, что он пошел из Холмогор. Пошел-то он из Холмогор. Ну, до Холмогор еще добраться надо. Экскурсовод.
историко-мемориальный музей Ломоносова. Экспозиция музея рассказывает о детстве Михаила Васильевича и его пути от сына-крестьянина до первого крупнорусского ученого. А еще о традиционном северном быте, ремесленниках и мореходах, расцвете холмогор, купцах, судостроителях и многом другом. Интересно, это дом Ломоносова? К сожалению, нет, дом Ломоносова не сохранился. Сгинул в истории. Определили место, где стояла усадьба Ломоносовых, по пруду, который находится рядом с музеем. Соседи помнили, что у Василия Дорофеевича Ломоносова, отца ученого, был рядом с домом пруд. И вот это здание, где мы сейчас находимся, было построено на предполагаемом месте. А это вот этот маленький пруд? Да, да, это небольшой прудик, совершенно верно. Здесь сохранилось, может быть, что-то вот прям... чисто ломоносовская. А здесь какая-то, да, вот... Да, вот какая-то вещь. Что-то, чем он пользовался. Есть, конечно, да. У нас есть несколько таких интригующих вещей. Вот эта замечательная чаша, купель. Она стояла в храме, который был в деревне Мишанинской на Курострове в то время, когда Миша Ломоносов был маленький. И большинство, или, возможно, всех детей окрестных крестили в одной церкви, в одном храме. И, вероятно, Михаила Васильевича Ломоносова крестили в этой же купели. Я знаю, что он 3 недели шел. По-моему, чуть меньше. Чуть меньше? Да. А как? 2 недели, да. Это была зима. Он зимой вышел целенаправленно, потому что замерзла река. Да, да. Можно да. идти. Ну и плюс зимой заканчивался. Летом не дошел бы, понимаешь? Только в платье. Нет, на самом деле интрига гораздо глубже. Когда мы ведем экскурсию, спрашиваем у детей, а почему Михаил Ломоносов шел в Москву? Естественно, младшие классы хором говорят, потому что он хотел учиться. Те, кто уже читал биографию Ломоносова, и те, кто постарше, иногда отвечают, потому что он не хотел жениться. Дело в том, что его родители сказали, что, ну, дружочек, тебе уже 19 лет, пора бы, наверное, как-то уже остепениться. На что он ответил, извините, я заболел, свадьбу отложили на месяц, а свадьбы играли обычно в конце года. И, получив паспорт в Холмогорах, он уходит, подготовившись в Москву, чтобы свою судьбу решать самому. Представляешь, как жениться не хотел сразу? Представляешь. Пойду-ка я в Москву схожу. Вообще, была грамотная мать. Елена Сивкова у Михаила Васильевича, возможно, она его обучала грамоте изначально, но считается, что дичок местной Куростровской церкви был, скажем так, первым наставником Михаила Ломоносова на пути к знаниям. Ну, а сам Михаил Васильевич называл своими воротами учености 2 учебника – грамматику и арифметику, которые он выпросил у своих соседей. Архангельск, Холмогоры, Белое море и, конечно же, Поморы. Теперь для меня это не просто слова. Спасибо вам огромное за эту потрясающую поездку. Мы обязательно вернемся. Маш! А. Ого! Это что за сувенир? Короче, я тут подумал. Подумал, это уже опасно. Да нет, давай повторим челлендж Михаила Ломоносова, а? Какой? Университет закончим? Пойдем из Архангельска в Москву пешком. Слушай, Леш, я, наверное, пару часов помучаюсь на этой железной птице. Ладно, а ты иди, и вот у меня даже еда тебе в дорогу, чтобы с голоду не умер. А ты что сюда, на железной птице летела?